О спорте. Став сильнейшим клубом Европы, Курская «Динамо» продолжает бороться за чемпионство в России. Сыграно уже два финальных матча. В противостоянии с Екатеринбургским УГМК счет побед и поражений ничейный – 1-1. Но так будет недолго. Из Курска серия переехала на Урал, где 27 и 28 апреля команды проведут еще две встречи. Если этого будет мало для определения чемпиона, пятый, последний поединок состоится в Курске 1 мая. А «Динамо Фарм» уже с золотыми медалями. В этом сезоне в 42 матчах 41 победа. В плей-офф в каждой из 6 встреч наши девушки выигрывали у соперниц более 15 очков. А финальная серия завершилась с общим преимуществом курянок плюс 63. Я искренне вас поздравляю, девочки, с этим успехом. Вы действительно сегодня гордость не только клуба, но и нашей молодежной сборной России, потому что 7 человек из вашего состава защищают цвета нашего баскетбола. Вы золото, вы молодцы. Вот в прямом смысле слова вы золото. С успехом, с победой! Однако сезон у второй динамовской команды не закончен. 29 и 30 апреля – игры финала Балтийской лиги. Волейбольный клуб «Политех Курской области» – еще один коллектив, завершивший игровой год с медалями. У дружины Юрия Токарева – бронза высшей лиги А. Кстати, этот результат дает право на переход в Суперлигу.